Каким должен быть современный учитель? Этим вопросом сегодня задаются и представители гражданского общества, и преподаватели высшей школы, и родители учеников, и сами педагоги. В администрации Твери прошел круглый стол, в ходе которого этот вопрос стал главной темой. В обсуждениях приняли участие начальник управления образования администрации Твери, депутаты Тверской городской думы, представители вузов, директора школы, конечно, сами педагоги, причем как опытные, заслуженные, так и совсем юные, начинающие, но уже твердо решившие трудиться на ниве просвещения. Подробности об этом в нашем материале. Сыграем. Как же я с вами буду играть? А что такое? Ну ведь вы же учительница. Ну и что? Учительница, так другой человек, что ли? Это отрывок из художественного фильма «Уроки французского». Он снят известным режиссером Евгением Ташковым в 1978 году. В картине рассказывается о необычной дружбе ученика 5 класса и его учительницы. Такая история, возможно, могла действительно произойти в советской школе, но с тех пор много воды утекло. Времена сильно изменились, поменялась и система образования, и портрет педагога. А какой он, современный учитель, сегодня? С какими вызовами он сталкивается? На сегодняшний день остро стоит проблема значимости роли педагога в современном обществе. В последнее время немного людей желают преподавать в школе или вузе. С чем это связано? Вероятно, что педагогами не становятся, а рождаются. У этих людей особое призвание. Очень важно, чтобы было интересно, чтобы в глазах ребенка был вопрос. И тогда появится мотивация узнать то, что для ребенка действительно любопытно. И наши коллеги стараются выстраивать свою работу так, чтобы открывать те горизонты знаний, которые до прихода в школу бывают очень часто закрыты. Мир быстро меняется. Дети, родители, конечно, сами педагоги. Каждому поколению учителей предъявляются новые и новые, все более высокие требования, говорили собравшиеся. Когда будет проще быть учителем, тогда и сейчас, когда выше ответственность. Вы знаете, я думаю, что вы сами согласитесь, что вот эта беспрерывная динамика, которая постоянно изменяющиеся условия, они накладывают в первую очередь на учителей дополнительную ответственность, дополнительные требования предъявляют. Время усложняется. Тема непростая, поэтому к диалогу пригласили учителей, родителей, депутатов и, конечно, наставников самих учителей, а также руководителей высших учебных заведений, людей, которые готовят сегодняшних учителей. Какой учитель сегодня нужен нашему обществу в контексте тех вызовов, которые есть, в контексте вызовов и геополитических, и вызовов, связанных, там, скажем, с открытым информационным пространством, и пока еще не ставшим таким бытийным для нас, и пока мы еще к этим цифровым инструментам относимся с некой осторожностью, понимаем, какие там риски за этим, но тут даже не все эти риски просчитали, не все риски понимаем. Быть педагогом не так просто, как может кому-то казаться. Недаром во все времена и в разных социумах педагоги пользовались почетом и уважением. Каждый учитель устремлен в будущее. Это факт. Ведь действуя в настоящем, он творит будущее. А будущее, оно в сегодняшних школьниках.